Мы в шоуруме дизайнера Ирины Котми. С этими коллекциями мы познакомились на вечеринке Beauty Days Beauty Time. И сейчас решили поближе узнать их автора. Тренчи — это как раз та история, когда тренч из обыкновенной, в принципе, хлопковой ткани с влагоустойчивой, да, пропиткой бежевого цвета, то есть это базовый тренч. Но мы привносим сюда этот большой тренд на такие большие рукава. И это придает настолько женственности, потому что тренч все-таки, он, наверное, у нас перешел из такого мужского гардероба. С чего началась история Котми? Какой ваш дизайнерский путь? Я жила в обществе швей. Да. То есть бабушка там обшивала несколько кварталов, мама профессиональная швея, она всю жизнь проработала на швейной фабрике. И, как обычно, да, наша вот эта детская насмотренность, она все-таки каким-то образом пригождается в этой жизни. Я на тот момент была тоже увлечена рукоделием и очень много вязала. И очень мне нравилось, что можно было создавать просто из головы. Все, что ты не придумал, ты можешь это создать. Первые люди, я шила крестильные наряды. Я шила крестильные наряды по стране, и люди узнали, что я шью, и стали обращаться все знакомые. Я перешла на индивидуальный пошив, а уже с индивидуального пошива мне стало интересно создавать то, что я хочу, а не что там диктует, да, клиент. Ну и вот так вот пошло. Сейчас ведь с помощью социальных сетей можно представлять себя в разных уголках планеты. А где поняли и приняли одежду Котми? Преобладающее большинство, да, это Москва и Петербург, но также это есть и Курск, Салехард, Сахалин, Краснодарский край. Кипр, Дубай тоже там все наши. Но сегодня как раз то время, когда мы все коллаборируемся, да. Сегодня это каждый день звучит, это какие-то коллаборации, это какой-то нетворкинг, потому что человеку нужен человек. И когда все вместе на одной площадке, это здорово, мы помогаем друг другу, это обмен клиентами, это обмен мыслями. Это как раз тот анализ, когда ты не сидишь сам себе что-то там придумал, да, ты можешь пообщаться с человеком и, ну, либо прийти к какому-то мнению, либо подтвердить собственные мысли. Сейчас профессия дизайнера очень популярна. Расскажите, как человек, уже добившийся успеха, с чем предстоит столкнуться молодому дизайнеру, человеку, который решил создавать свою одежду? Просто быть готовым, что надо в определенный момент делать все самому. Если некому это перепоручить. Когда даже находятся люди, да, уже какие-то ассистенты или контроль. Даже когда ты работаешь со швейным цехом, это не факт, что получилось то, что затеивалось. Вдохновение вообще, конечно, это такая штука интересная, когда меня спрашивают, вдохновение вообще это процесс. Это как раз твой весь рабочий процесс, когда ты сначала что-то анализируешь, где ты увидел, а потом еще и приходит какая-то идея, и ты уже вот в эту идею, да, воплощаешь что-то, какую-то свою коллекцию. Как, допустим, это у нас произошло вот с этой яркой достаточно коллекцией. Такие цвета, синий, с охрой, да, если мы сюда еще добавляем фуксию, да. Получаются такие цвета картин Ван Гога. Очень интересно, что в этот раз охра перешла в весну. Обычно это осенний очень цвет, листопада или что. Но в этот раз весной очень много таких темных желтых оттенков. Я всегда говорю девчонкам, да, одеваться надо в масс-маркете, но потом обязательно надо вот какую-то изюминку приобрести у дизайнера. Тогда этот гардероб весь из масс-маркета, он будет намного дольше работать. Вы от него не устанете за месяц. А часто ли приходится, помимо всех вышеперечисленных проявлений, ну, так скажем, вмешиваться в образ клиентки, предлагать ей что-то, чего она до этого не пробовала и что, на первый взгляд, не свойственно ей? Всегда это хочется. Не каждый решится, либо у девчонок тоже есть какие-то устоявшиеся свои вот такие, мне это не идет, да. Тут надо сначала пойти, может быть, на уступку, и когда этот клиент твой, он приходит второй, третий, на четвертый раз он уже оденется по твоему ДНК. Мы вообще стараемся какие-то новинки делать, которые еще совсем не пошли в массы. Может быть, массы людей их еще и не знают, что это вообще-то носибельно.
Да, это очень смело, потому что не каждый человек, допустим, оденет вот настолько прозрачное платье, а здесь очень много трендов. Как бы вы описали портрет вашей почитательницы? А что это за девушка? Какого она возраста? Чем она увлечена? Возрастной диапазон, он широк. Он так есть, 24-45, это наша целевая аудитория. А кем они работают? Они ну, такие свободные, да, это фрилансеры все-таки, они сами себе устраивают рабочую жизнь. Надо выглядеть на аудитории и отражать свою деятельность. Платье-комбинация, оно двухстороннее, то есть оно вообще двойное. Из мягкого шелка оно очень красиво струится. И то есть женщина, приобретая за одну цену, она приобретает вообще два платья. Угу. Это джинсовый тренч. И его можно носить просто вместо платья. В прохладную погоду оно будет служить платье. Бренд существует уже 2 года. Один из них пришелся на нелегкий пандемийный период. А есть ли какие-то профессиональные мечты, как все это будет развиваться дальше? Главная цель сейчас все-таки сотрудничать с большим швейным производством, чтобы как раз убрать все вот эти моменты технические в обработке. Мне нравится, когда идет женщина, на нее обращают внимание. Мне кажется, в этом плане женщина идет, дарит красоту, настроение людям, окружающим. Мы начинаем улыбаться в ответ этой женщине, да? Реагируем, у нас у самих повышается настроение. Поэтому нужно все-таки привносить краски. Это Ирина Котми, дизайнер одноименного бренда ультрамодной, при этом женственной одежды.